Минуточку вашего внимания. Возможно, это новая рубрика. И, соответственно, вы можете принять участие уже в следующем выпуске. В общем, всем привет. Короче, если этот видос набирает много-много-много лайков, соответственно, в комментарии напишите свои ID от ВК, телеграммы, все что угодно, если вы хотите принять участие в битве за 100 тысяч кредитов. Как это будет работать? Я буду звать гостя и буду звать подписчика. И вы будете между собой соревноваться. Соответственно, выполняете какие-нибудь задания, один из вас получает балл. Спасибо. И этот балл вы тратите на прокрутку лица фортуны, в котором есть 100 тысяч кредитов. Ну и плюс еще там куча разных интересных призов, о которых вы не будете знать. В общем, сейчас устраивайтесь поудобнее, приятного вам просмотра. В описании переходите, забирайте себе комплект снаряжения и пушек на все классы абсолютно. Донатных, между прочим. Новички по этой ссылке могут зарегистрироваться, если вы вдруг не заходили больше месяца, то можете забрать себе все то же самое. Пользуйтесь, а мы начинаем смотреть очень классный видос. Так, поехали. Иван, в общем, я тебя приветствую категорически. На новой рубрике. Вот это колесо. Собственно, вот тут значок денежек. Это 100 тысяч кредитов. Значок вопросиков — это тоже какой-то специальный, особенный приз. Но озвучивать я его не буду. Я его озвучу непосредственно тогда, когда он выпадет кому-нибудь. Ты гонишь тут шанс 1 из 100. Вот смотри, вот допустим, сейчас ты сыграешь со мной. Заработаешь, допустим, 5 прокрутов. Следующим игрокам уже будет на 5 прокрутов меньше. Следующим участникам ролика. И в итоге все равно кому-то достанется 100 тысяч кредитов. То есть я тут... Просто ну, ты... так, за компанию, да? Ладно. Итак, первая наша соревновалка. Мы с тобой играем 2 каточки РМ. Мы соревнуемся по фрагам. У кого фрагов больше, тот забирает себе попытку. То есть я, ну, типа, я себе буду сейвить прокрут. У тебя есть вот за сегодня, за ролик, 5 шансов прокрутить колесо. Ладно, поехали. Сейчас ты меня быстренько шпили-вили делаешь. И мы идем крутить колесо. И ты 100 тысяч выбиваешь сразу. И, в принципе, рубрика заканчивается сразу же нам. Бля, будет круто. А, мне как гранадер захотел. Нормально. У меня фражики. Ахуе. А я боюсь, у меня сейчас по фрагам все будет. Я отменю все, да. Убил одного? Да. Ой-ой-ой. Давай, убил КВ? Убил. Убил в пленту? Уже в пленту есть? Да, убил еще. Да, 90 пленту, сука. Убил и в пленту ласт. Ты мой фраг, ну стой. Найс. Бля, у тебя 8 уже, ё-моё. Не, слушай, мне нравится, когда тиммейты не убивают. Да, почему? Опа! Убил его. Убил еще. Ой, хороший! Ты я обоим по 70 дал! 140 очей! Я за тобой смотрел. Сука! Слева. Как так жить? Опять не заколотишь фраги, сука! Держи. Что, блядь? Я понял. Нет, это пиздец. Сюда! Чтоб обиднее было, блядь. Еще и фразочек есть. Как ты мог дать 4 фрага, блядь, за раунд? Это... Мастерство, понимаешь? Таланты! Ебать пару фрагов. Ну ебать! Бля... Я этого чела даже не видел. Я понял. F4, он давит. О! Да я нормально попадал, он что-то. Ну, чтобы плюс 7, это нам явно другой класс взять. О, да, да, да! Вы не спят! Двоих он поймал. Вот тут мина. Мина, блядь, кто туда мину поставил? Твою мать. Я тоже. За стрелку. Блин, как так грустно, сука. Реально, да. Хэдшот, деточка. 90, Александр. Как он уже сдохло? Да у меня не прыгает, ебаная! Блядь, они все... Охуеть! Блядь, я сосу, мне это не нравится. Оп, гренадерчик залетел хорошенький. Ну нет, Костя, это пи***а, ну он... Авик какой-то, блядь, пиздец, что нахуй? Я не знаю, ребята! Не, я вообще... Не, ну первое испытание это... Успешно въебано. Да это какой-то ужас, это не катки, это трэш какой-то просто. Ладно, поехали к следующему испытанию, Вань. Забей. Сейчас у нас есть ровно одна попытка, Вань. Так. Опять же, с чем угодно, как угодно. Полигон, вот эти вот мишеньки, где на время уходишь убивать. Типа за 60 секунд, которые надо пробежать. Да, да. Кто из нас быстрее пробегает, тот забирает балл. Все элементарно. Ну что, одна попытка, да? Let's go! Собрался.
Волнительно? Let's go. Вот так вот. Молчи, так даже ни одного слова не обронил, блин. Ни одного, блядь. Бля, ой, такое. Вы слышите, как он точно дышит? Ну, такое не очень. Оп. Ну... Я думаю, я проеб... Могло быть лучше, да? Да-да-да, давай ты. Ой, бля, что-то у меня очко сжато немножечко. Надо звук включить для большего Game Sensitivity. Так, ну что? Боже, какая... У него же разлет еще патронов в прыжке. Мне интересно, ты меня погнал, наверное. А! Быстрей! У-у-у! Давай насчет три говорим. Давай. Раз, раз, два, три. 52. 52. А каков шанс? Походу, с Хелионом только за такое время можно пройти. Или нет, давай сделаем проще. У меня есть другой вариант. Какой? Давай сейчас паркур просто, кто дальше зайдет. Просто одна попытка у тебя. Кто дальше заходит в паркуре, тот и выиграл. Все, я врубаю тренировку. Погоди. Я пошел. Стой, стой, одновременно. Так, а зачем? Ну хотя ладно, давай, иди. Я подожду, давай. Так, так. Так, проходим, 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 навыки, навыки. Упал на балках? Я проебал. На балках, да? Я не скажу. Не скажешь? Нет. Ладно. Мне не надо было вообще говорить, блин. Ты такой нашел. Фух. Ой-ой-ой, я походу выиграл. Лучше б я, бля, этот. Лучше бы полигон играли. Лучше бы переигрывали, да. Я потому что паркур вообще нет. Я прошел. Ты прошел паркур? Да, да. Серьезно? Да. О, зайди в комнату, у тебя комната открылась. Да, 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 да. Че там, показывай мне комнату. Показываю, смотри. Не зря, блядь, между катками ебал паркур. Черт! Пригодилось. Поехали. Давай, 100 тысяч. Если 100 тысяч клеток, на... Я сразу просто пошел гулять в окно. Так, и... Ну, уже радует, что не 100 тысяч клеток. У меня еще полагает, так у тебя тоже. Число 45. И у меня есть листочек, на котором прописаны все награды заранее. Окей, ну-ка, смотри содержимое пин-кода. Нихуя себе, супер вип ускорительности. Да, это один из таких. Ребята, есть кто апает ранг, я просто ранг не апаю, поди забирайте. Кто вот кто первый посмотрит, тот забирайте, 100% еще живой пин-код. Вот, если что, ну как бы тебе выпала почти самая плохая. А. И хуже только ускоритель оружия, оружейного мастерства. Ну хотя не знаю, кому как. Сейчас у тебя будет некий тест на интуицию. То есть у тебя будет 5 раз. Перед тобой будут стоять 2 мины. Тебе нужно просто выключить интерфейс сейчас весь. У тебя будет 5 попыток. Тебе нужно будет из этих 5 2 раза подойти к мине, на которой ты не взорвешься. Ну, шанс есть. Тогда давай, я готов. 2 мины. К одной из них тебе нужно подойти. На одной из них ты не взорвешься. Ну хорошо. Поехал. Пойдешь посередине, реагирует по-любому хоть одна, и сразу попытка минус. У тебя всего 5 попыток. Ладно, особо мудрить не буду, налево. Вот так вот оно и бывает. Сука, так и думал, что налево только черты ходят, зачем пошел, ладно. Приглашаем Иван на следующий заход. Ну вы же не могли, да, туда же поставить, но это же невозможно. Пойдет там туда. Не знаю, говорит. Давай, 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 хоп, хей, хей, ла-ла-лей, давай, смелей. Ну мы такие, он точно пойдет еще раз, и такие поставили тоже налево. Хорош. Да, одна есть из 5. Иван, давай. Да-да-да. Приглашаем ну, тебя. Ну, я вас считаю, тут даже на медлить марафон не буду. Вы по-любому такие, он не догадается, что мы еще раз поставим. Да! Моя вот стояла там стояла всегда. И на ней ты взрывался. Короче, я выиграл, все. Найс. Второе вращание, блядь, очень переживаю. Поехали. Я очень надеюсь, что 100 тысяч кредов засейвится в сегодняшнем выпуске. Да не, ну это невозможно их выиграть. Ну шанс при очень маленький. Раскладе, да. Первым выиграть... Блядь, нет.
Да нет, нет. У меня ёкнуло, серьезно. У меня серьезно ёкнуло. Фу! Так. 32. 32 выпало. 52. Все же я выиграл за свою невъебанную пин-код. Посмотреть. Ой, бля. Как? Ты где их достал вообще, блядь? Вот так вот, надо связи иметь, блин, в армейсике, понял? Бля, ну это я даже у себя разыграю. Ладно, палить не надо, тогда... Ну, тут у себя разыграю, да? То да, есть это, да, это да. Не палит. Все, окей, да, ты да. Это выбираешь себе. Куперхедики навсегда, очень даже хорошо. Так, сейчас будет самое веселое. Короче, на Ютубе есть очень интересный челлендж, когда люди пытаются налить в стакан максимально возможное. Понял? Ага, я понял. То есть сейчас мы будем стрелять в чувака, неважно в какую часть тела, в какую хочешь стрелять. И кто последний его убивает, тот проигрывает. Я понял. Все. У меня уже в голове план вырос. А ты будешь в голову ебать. Начинает то. Я. Давай. Ты попал? Ты урон нанес? Да. Я тоже. Я нет. Не нанес урона? Ой, ни хрена, уже крест хороший, кстати, идет. Крест-то хороший. Мне очень страшно, блядь. Самое плохое, что ты не знаешь, сколько у него хп. А у него уже много хп? Мало, как будто. Ну, в смысле, мало. А ты куда стреляешь, Вань? Я каждый раз в разные точки стреляю. Я в ногу стреляю всегда. А, ты чё? Чё? Так нечестно. Все честно. Бля! Есть! А чё-то он быстро откис, я думал... Да, я тоже думал, дольше будет. Давай до трех тогда. А чё, сел, чтоб дистанция больше была. Давай, в тот раз ты начинал, сейчас я начинаю. Как тот деточка. Еще. А чего у него уже пол креста отнимать? Подожди, что? Я не попал, если что, слышал. Я тоже один не попал в прошлый раз. Да? Вот поэтому... Да, это как раз этот шот должен был быть. Я боюсь... Боюсь стрелять дальше, найс. Нет! О! Я, да! Да! Нет! Да как? Блядь, ну пиздец. Один-один, сюда. А я не знаю, сколько у него там хп. Не, еще много. Как ты понимаешь это? Вот сейчас уже мало. Вот сейчас ты его убиваешь. Блядь! Я чувствую, говорю, сейчас убиваюсь. Козел ты, блядь. Еще один прокрут, это уже третий за сегодня. Ты охренел. Так, ну что, еще одно вращение получается у тебя сегодня. Это уже третье, ни хрена себе. Это просто великолепно. Лишь бы не 100 тысяч, 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 лишь бы... Не, фух, ладно. Вопросы? Фух. Тоже пронесло. Там серьезное что-то? Два раза пронесло, да. 39. Ты рофлишь, блядь, серьезно? Ну я не рофлю. Две самые худшие хуйни, я их выбил. Под этими лотами находятся у меня они, Вань. Сейчас мы будем кидать хаешки типа гольфа. Кто точнее ее кинет, чтобы она вот прям близко-близко легла. Но каждый раз с разной позиции. Бля, ну это интересно. Ха, сейчас проверим. Вот давай вот это очко. Поехал, первый бросок. Давай. Поехала. Перелет, ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень сильный перелет. Очень далеко, да. Ой, бля, не, ну однозначно 1-0. Вот так вот. Однозначно 1-0. Тут даже можно не сравнивать. Теперь вот с этого кидаем. Давай. Ты иди ты нах! Я ищу! Жесткий! Ты как это сделал? Я хуй знаю это. ЛКМ или ПКМ? ПКМ. Не, ну это пиздец, ты иди ты нах! Просто как с тобой играть? Нихуя себе! Ты чё делаешь? Он идеально в точку закинул! Охуеть! Тут без шансов, уже счет 2-0, но типа сейчас из 3-0 делаешь, то все, best of 5 ты выигрываешь однозначно. Давай усложним теперь. Давай. Теперь вслепую. Ты чё? Вот ты просто один раз выходишь, смотришь, встаешь и все. Давай, Ваня, пошел. Ну, в принципе, тоже ну, очень так. Близко, ты иди нахуй! Как ты это делаешь? Я встал на свою. Давай ты. Ты чё? А моя в воздухе взорвалась, да? Да. Но она, кстати, взорвалась довольно близко. Как будто бы 2-1. Ну, что-то подобное, да. Ну давай, окей, тогда теперь еще дальше уходим. Давай по очереди, прямо с этой же точки. Давай. Я первый. Давай.
Ты посмотри на него! Ну, нет, ты, кажется, точнее закинешь сейчас, давай. А, нет. Я не знаю. Чёрт ты. Ваня, чертильник, реально, ты как это делаешь? И первые две это вообще, вторая идеально в центр загнал её. Я ж сам бог, если честно. Ты вообще 5 мог сделать гипотетически. Да, там катка ёптая была просто. Все, закручиваем, пожалуйста. Давай. Пожалуйста, только не столько. Ну нет, я не знаю, я почему-то... Почему-то пока что... Да нет, столько не пальчик вообще, оно не выпадет. Нет, всё, столько улетело. Все, салам алейкум. Четвертая цифра выпадает, да, у нас? Да, цифра 4. Посмотреть. Пистолет Макарова навсегда. Ну? Ну, это лучше, чем ничего в любом случае. Но знаешь, на самом деле... Тут наград еще осталось, ну, там, я тебе клянусь, там супер сочно и их супер много. То есть я все выиграл, но все херня. Ну, вообще по факту, если, да. Все, спасибо тебе большое, что пришел, поучаствовал. Я не знаю, если вот целый круг мы пройдем, и под конец, если будет еще слот, я позову тебя. Вот так могу сказать с уверенностью, но я не обещаю, что этот слот будет, потому что призов всего 58.